Ослабление карантина добралось и до сервисных центров МВД. Ведомство снова оказывает все услуги, точно так же, как и до карантина. Правда, не обошлось без ноу-хау. Действуют ограничения по количеству посетителей. К тому же клиенты должны быть в масках и соблюдать дистанцию. К тому же необходимо записываться заранее в электронной очереди. Вас запустят в операционный зал, где, изучив документы, там наберут, помогут составить заявление и будут оказывать услугу. Естественно, при том, чтобы вы зашли в сервисный центр, проверят наличие маски, попросят одеть. Руководством обеспеченные и дезинфицирующие средства для рук порекомендуют за ресепшеном воспользоваться ими. Норма один человек на 10 квадратных метров позволяет загрузить всех администраторов, говорят в центре. Работают все отделы, закрыта только детская площадка. Администраторы отделены от посетителей стеклянными экранами. На полу нанесена специальная разметка для очередей на регистрацию и терминалы. Посетители уже оценили работу центра в новых условиях. Меня записали на обед, я уехал, вернулся. Все быстро, квалифицированно работает. Антисептик стоит, то есть все в масках, все держат дистанцию, отличные правила. Я очень доволен, я все сделал. Абсолютно никак не мешают, и всем рекомендую, едьте, оформляйте машины, меняйте номера, то есть приезжайте, все работает, все очень квалифицировано, быстро и четко. Сдавать теорию можно, но практические занятия пока отменены. Возвращение к привычным условиям работы возможно только после соответствующего распоряжения Кабмина, объясняют специалисты. Но даже сейчас получить услугу сервисного центра совсем не сложно. Поэтому сотрудники просят не создавать ажиотаж, а подавать заявку заранее.